Осторожно, Дикон. Помни, что... Что здесь хреново туча фриков? Забудешь их. Спасибо, отбой. Найду тебе применение. Вот. Ладно. Неужели?
Все, порядок. Да. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Как тебе? Трофей. Вылазь, паскуда.
Вот он где. Двупёсый! Бежать тебе некуда, братан! Что тут у нас?
в башку. Лезь уже! Ha ha ha!
Да, наконец-то. Так, ну теперь посмотрим. Да, инъектор Неро. Рабочий хоть. Химия для лучшей жизни. Thank you.
Thank you.
Ну вот, теперь можно вернуться к реке. Открывайте. Он тут уже бывал. Я работала в обществе защиты животных. У нас был маленький опыт. Вот его нож. Слава богу. Когда Джо Хеслин узнал, что он вернулся, он был в ужасе. Я так рада. Да. Ну, до встречи, Рики. Купишь что-нибудь? Бас. Хочешь заправиться? Я заправлю. Ну да, ладно. До встречи, Дик. Говорят, ты ищешь эти черные вертолеты. Неро, так? Кажется, вчера я видел один. Ладно, пока, Дик. Дик, давно не виделись. Чем могу помочь? Отлично. Ага. Ладно. Ладно. Эй, заходи почаще.
Эй, постой! Вылезают, зубы скалят, как бешеная собака какая-то. Она накинулась на какого-то паренька, студента, вцепилась ему в горло. Оттуда не хотела смотреть, что с ним стало. Я же говорю, последний день на работе. Наверное, это для всех был последний день. Когда я впервые наткнулся на фрика, чуть не обосрался. А мне ведь раньше нравилось на природе. Мы с мужем каждое лето вывозились. Палатки ставили, рыбачили, все такое. Главное, подальше от города. В восточном Портленде не очень. Эдди. Дикон, чем могу помочь? Я насчет Бухаря. Что с ним? Ничего, просто... Короче... Он не болен, просто не знаю. Ну, я же говорила, привыкнуть будет тяжело. Препараты у тебя есть? Антидепрессанты или типа того? Нет. Откуда? Ясно. Стой. Слышал, он в драку полез, потому что какие-то сволочи убивали собак. Да, из-за этого мы с ним чуть не погибли. Ну что ж, вот тебе и ответ. То, что мы чуть не погибли? Слушай. Что Уильям любит так сильно, что готов рискнуть жизнью? Ему теперь не тело лечить нужно. Ему нужно излечить душу. Понял. Спасибо, Эдди. Рада видеть. Эй, постой. Боль чувствуешь? Или хоть что-нибудь? Черт, не знаю. Надеюсь, нет. Ну, все взяла? Ага, даже с запасом. Погнали. А, я смотрю, ты оживилась. Это свечка, Дик. Чего? Есть поговорка. Чем проклинать тьму, лучше зажечь свечку. Последние 2 года мы только и делали, что ругались. Включим освещение в лагере. Это будет наша первая свечка. Да, только есть одна проблема. И какая же? Свет привлекает всякий гнус. И найти тебя становится куда проще. Приехали! Черт, фрики! Я надеялась, тут никого не будет. Да ну, когда это нам так везло? Yeah.
Все, кажется, всех уложили. Черт. Ну, чтобы все починить, мне нужно влезть вон туда. Ты раньше такое делала? Нет, но все когда-то бывает в первый раз. Ну да. Ну-ка, давай, подсади. Ну, готов? Ага. Раз, два, три! Если свалишься, я тебя не поймаю! Ну, спасибо! Буду иметь это в виду! Шакалы! Сейчас! Дик! Я пытаюсь! Руки в сторону! Если свалишься, я тебя не поймаю. Ну, спасибо. Буду иметь это в виду. Ну надо же! Было весело. Да, надо будет как-нибудь повторить. Скажу Шизу намотать тут колючую проволоку, чтоб шакалы не лезли. Да, и эту почетную задачу он повесит на меня. Потерпишь. Так, надо еще кое-что глянуть.
Что? Откуда ты? Нетрудно догадаться, Дик. Ты потерял жену в лагере беженцев, к северу от Белнапа. И тут вдруг эти вертолеты появились. Ты надеялся на что? На чудо? Что она с ними? Вроде того. Но ее там нет. Нет. Мне жаль. Слушай, давай просто не будем об этом. Ладно. Кто-то у вас... Ух ты. Все уже в курсе. Почти готово. Отсюда у нас запитан весь комплекс. Я тут включила автомат, чтобы не закоротило. В общем, можем начинать. Так. Ну все. Слушайте. Итак, у нас тяжелый месяц. Да уже не один. Не хватает еды, медикаментов. Да почти всего. Но кое-чего у нас в избытке. А без этого остальное, считай, бессмысленно. Я говорю о доверии. Не так давно в наш лагерь прибыли двое номадов. Кто-то хотел гнать их в шею, мол, и без них тяжко. Кто-то говорил, им нельзя доверять. Сегодня вы увидите подтверждение моим словам. Нам нужны все люди. Нам нужен любой человек, кто хочет быть с нами, кто хочет работать, кто готов помогать нам строить. Уже несколько месяцев Рики упорно трудилась, но задача сложна. Для нее одной. И благодаря Намаду сегодня у нее получилось задуманное. Все же мы не зря дали ему шанс. Сегодня мы сделаем еще один шаг из тьмы к свету. Спасибо! Вот это да! Эй, вы двое, у меня там бурбон припасен на такие случаи. Ну, тебе пора. А, да. Пока. О, стоп. Что случилось? Ерунда. Ну-ка, идем, Кэти. Это ведь она на фотографии? Да, это моя жена. Глупый вопрос. Прости, Дик. А, не извиняйся. Она умерла уже давно. Все равно это тяжко, когда вот так появляется надежда, и тут, не знаю даже, я бы хотела тебе как-то помочь. Есть способ. Какой? Замолчи, пожалуйста. Хорошо. Эдди? Эдди! Но свет горит. Да нет, я здесь. Эдди, ты тут? Ну, раздевайся. В каком смысле? Снимай шмотки, садись на стол. Да там ерунда. Дикон, ты хочешь как бухарь? Угу. Я, конечно, просто инженер, но это совсем не значит... Ага. Что я не обработаю порез? Да, глядя на то, как ты любовно поглаживаешь все эти свои рубильники, так прямо и не скажешь. Вот,
Сейчас будет больно, но немножко. Готов? Ай, блин, слушай. Серьезно? Нет, давай уж лучше дождемся Эдди, а? Потерпи. Ну, вот и все. Как маленький. Говорил же, ерунда. Да, говорил. Надо же. Ты и правда был на войне? Да, и не на одной. Черт, точно. А это откуда? Афганистан или мотоклуб, или после? Я уже не помню. А это откуда? Рики, я слышал, что Эдди не любит всяких вольностей на своей территории. Да, я тоже слышала. Ну, а это? Рики. Дик, я не замужем. Ясно. Тогда давай ты придешь завтра, и Эдди тебе скажет, что я все сделала на совесть. Рики, я... Да все... все нормально. Рада помочь. Ты знаешь, ты как-нибудь зажги свечку. Иногда бывает очень темно и холодно.